И снова здравствуйте, The Brush 2019. Пройдемся немножко по крысам. Вот такой персонаж, я его чуть доработал. Так вот он выглядит. Давайте теперь ему сделаем тело и поставим в позу. Чтобы не заморачиваться, я буду использовать кисть именно MMA Toon. Вот эту. В прошлых роликах я уже ее показывал. И нужно правильно выбрать теперь именно болванку. Ну давайте возьмем вот эту. Сделаем дубляж какой-нибудь модели. Дубликат глазам. И на глаза вот это все вытянем. Так. Больше, по-моему, тут такого серьезного ничего нету. Ну ничего, будем делать дальше сами. Так, сделаем теперь сплит, group сплит, окей. Что-то тут слишком много всего. Сделаем, это не беда. Теперь давайте объединим это все. Merge down и так далее. Вот так, а глаза можно теперь удалить. Delete, окей. Вот так. Ну и теперь поставим это тело именно под нашего персонажа. Немножко его вытянем с помощью гизмо. Вот так, и немножко перекрутим. Вот так вот. Подставим к телу. Немножко выровняем. Вот так. Смотрим, что тут да как. Смотрим сетку. Ctrl-W. И сделаем всему этому делу Dynamesh. Geometry Dynamesh. Так. Что-то тут еще сделаем вот так. Ctrl-D. Вот такая получается, значит, заготовка. Чуть-чуть ее корректируем и подгоняем поближе к телу. Вот так. Ну а теперь давайте немножко поработаем с этой моделью. Замаскируем вот эту часть. Сделаем так, смотрим со всех сторон, чтобы все было нормально. Делаем Ctrl-I. Теперь с помощью гизмо все это дело можно перекрутить, подкорректировать. Вот так вот. Ctrl-Z. Что-то где-то вот так вот уже пойдет. Ротация. И немножко все это хрень какая-то получается с этим телом. Так, Ctrl-Z. Ctrl-Shift-Z. Давайте все это дело, значит, обрежем. Ctrl-Shift-Alt. Del-Lower. И теперь Modify Topology Mirror and Well. Делаем Ctrl-W и делаем Dynamesh. Вот так уже будет прикольней. Так, Shift все это выглаживаем. Ctrl-D добавляем дивайдов. И немножко поработаем, наверное, вытягиванием. Ставим Move Topology. И вот так вот
X симметрию включим. И вот так вот здесь что-то сделаем вот в таком духе. Опять же DynaMesh Ctrl-D, Ctrl-D. И обрежем нижние конечности, вот эти тоже узкие. Ctrl-W и Ctrl-D. Еще Ctrl-D. И давайте теперь нарастим массу. Так, массу, наверное, будем наращивать со сфер. Жмем Append, жмем сферу, переключаемся на сферу, жмем геометрии, делаем DynaMesh. И теперь Size немножко все это дело уменьшаем. С помощью Gizmo подгоняем к задней ляхе, к заднице, и немножко вот так вот вытягиваем. Немножко перекручиваем. Ну и поработаем Move теперь. Move Topology побольше поставим. И вот так уже будет прикольней. Вот такая штука. Вот так. Теперь делаем Modify Topology Mirror and Well. Немножко используя X. Все это дело вот так вот вытягиваем. Вот таким образом. Ну и надо добавить еще одну сферу. Это на руки. Append. Сфера. Геометрии. DynaMesh. Size уменьшаем. Устанавливаем на плечо. И немножко вытягиваем. И опять же уменьшаем. Вот так вот. Drop size побольше. И вот так вот все это дело тут подкорректируем вот таким вот образом. Делаем DynaMesh и немножко сглаживаем. Теперь все это дело делаем Modify Topology Mirror and Well. И объединяем теперь тело вот с этими деталями. Merge Down и делаем DynaMesh. Вот теперь у нас нормальная полноценная болванка. Немножко тут приподнимаем, делаем спину. Вот так, немножко живот. И теперь добавляем цилиндры. Append, добавить цилиндр. Делаем ему, опять же, DynaMesh. DynaMesh и делаем size, уменьшаем. И вытягиваем. Все это дело перекручиваем. Вот так подставляем. И немножко еще вот так где-то уменьшаем. Вот такая штукенция. И теперь делаем Ctrl. И дублируем. Ставим все это на ноги. Вот так вот.
Так, и отключаем драф. Снимаем маску. Все это дело выглаживаем. И делаем Miro M12. Так, вот такая заготовка уже готова. Теперь воспользуемся опять же MME Toon и найдем интересные кисти. Так, сначала давайте найдем ноги. Так, вот, допустим, вот эту кисть. Вот так вот. И возьмем теперь сферу, append сфера, и на сферу переключимся и вытянем эту руку. Теперь делаем split, grow split, окей. Сферу можно удалить, delete, вот так вот. А кисти можно сделать Ctrl D. Так, отключаем теперь эту кисточку на стандарт, переключаемся. Включаем Move Gizmo и все как в прошлых роликах устанавливаем. Теперь Geometry Size делаем поменьше кисть и немножко ее вытягиваем вот так вот. Подставляем, корректируем, смотрим со всех сторон. Вот так вот. И делаем теперь Modify Topology Miro M12. Так, отключаем the lower divide Miro M12. Так, это дело есть. Нужно теперь ноги. Так, ноги возьмем вот эти с тремя пальцами. Опять же делаем append, делаем сферу. Переключаемся на сферу и вытягиваем ногу. Так, кисточка это больше не нужна, стандарт. Теперь делаем group split. Удаляем теперь опять сферу, она нам не нужна. Так, и вот теперь перекручиваем ногу. Вот так, и делаем ей size. Вот таким вот образом, вот так. Ну и опять же Modify Topology Miro M12. Так, Ctrl-Z. Смотрим, чтобы наши лапы не пересекались. Потому что нам потом понадобится еще работать с ними. И немножко вот так вот подкорректировать. Переключаемся теперь на руки и немножко их Move Topology вот так вот корректируем. Вот так. И теперь поработаем с телом. Здесь вот так вот. Здесь чуть потоньше. Здесь вот такая штукенция. Ну и немножко тело можно, наверное, еще вытянуть, чтобы крыса была более длинная. Вот так вот.
И все регулируем. Ноги, кисти, руки. Вот так вот. Вот уже крыса более-менее подходит. И немножко, наверное, голову надо все-таки уменьшить. Так, опять же сайз и немножко. Так, Ctrl-Z. Давайте объединим сразу все детали. Это глаза, зубы. Merge, merge down, merge down. И теперь вот можно сайзом это все дело уменьшить. Вот так подставляем. И немножко можно морду сделать пошире. Вот так вот. Ну, вот уже прикольный крыс. Теперь поработаем с ногами. Ну и опять же подкорректируем ступни. Такая штука. И можно теперь снять маску и объединить кисти, руки уже с аптулы. Merge down. Merge down. Все. Теперь делаем всему этому делу дубликат на всякий случай. Переключаемся на верхний и делаем всему этому DynaMesh. Вот вы видите, что пальцы начали срастаться. Надо добавить резолюцию. Вот так уже будет получше. И теперь можно чуть-чуть это все выгладить. Вот так вот. Уже прикольно. Поработаем с нижними конечностями, верхние замаскируем, подгоним модель и с помощью мов вот так чуть-чуть это все дело попробуем сплюснуть. Вот так. И мов топологи подключим к этому делу. Таким вот образом. Так, пальцы сделаем вот так вот, выделим. И добавим теперь геометрии. Так, деформация in flatten. Вот так вот. Ctrl-Z, Ctrl-D. Добавим. Вот уже будет получше. Теперь можно с помощью Move Topology Draft Size побольше. И вот так все это дело дооформить. Вот так вот. Ну и опять же, используя кисть, можно все это дело пролепить. Вот так вот, где-то добавить объемчику, где-то его немножко приуменьшить с помощью зажатого альта. Ну и пятку чуть-чуть выгладить и домалевать. Вот так вот.
Так, с этим еще придется чуть-чуть поработать. Так, переключаемся теперь на тело и поработаем с телом. Вот так вот ставим, кисть побольше. Погнали. Чуть-чуть доработаем массу. Именно вот здесь вот на ногах, на животе, чтобы живот у него был чуть-чуть попухлее. Ну и немножко тут вот. Вот так где-то. Так, теперь немножко кистью Move Topology. И вот здесь вот так прибавим. Живот немножко вот так вот. Ну и поработаем немножко шеей и вот самой вот этой головой крысы. Так, это вот так. Здесь чуть-чуть потоньше. И вот эту часть тоже потоньше. Вот такая получилась заготовка крысы. Вот так она теперь выглядит. Теперь нужно ее поставить именно в позу. Докорректировать, где вот локти. И такие вот мелкие детали уже доработать. Вот так вот плечи чуть уберем. Так, на этом я этот ролик и заканчиваю, и уже модель покажу обзором, как получится, раскрашенную, покрутится там, скину ссылку, где можно будет ее бесплатно забрать, скачать. Все, всем пока, до свидания. Thank you.